В этом году 10 сентября проголосовать за губернатора или муниципальных глав можно будет, не выходя из дома. Это станет возможно благодаря системе дистанционного электронного голосования, или сокращенно ДЭК. Подобная практика впервые появилась в Москве в 2019 и постепенно дошла до регионов. В этом году ее будут применять в 24 субъектах федерации. Зайти в систему можно с помощью госуслуг. Для того, чтобы осуществлять процедуру ДЭК, эта запись должна быть верифицирована с учетом данных официального учета, да, в частности, содержащихся в госвыборы. В противном случае обеспечение или подтверждение идентификации персоны избирателя не произойдет. Также на госуслугах можно будет по-прежнему воспользоваться программой «Мобильный избиратель». Она поможет проголосовать на любом удобном гражданину участке, но одновременно воспользоваться программой и ДЭГом нельзя. Если наши избиратели для себя выбирают дистанционный способ реализации избирательного права, и это подтверждается подачей заявления через единый портал госуслуг, соответственно, на данный вид избирательных действий, на данный единый день голосования, они исключаются из списка избирателей для очного голосования. Также в край будет доставлено 80 новых комплексов обработки избирательных бюллетеней образца 2017 года. В остальном изменения по голосованию по сравнению с 2022 минимальны. Даже число голосующих не изменилось. Более 1 700 000 человек. Чуть больше половины из них – городские жители. Данил Кузнецов, «День с толком».